привет. Не куртка, правда, на менее теплую, даже что-то замерз. Видимо, зря. Привет. Да, Петровки зимой не походит. Пожалуйста. Все, блядь. Аппаратура заела на этом вопросе. Во мне. Не переживай. Пока не заболела, сигарет курила. Сейчас ничего не курю. Еще что-то рассказать, блядь. Добрый. Не знаю. Рано. После антибиотика сколько, 10 дней должно пройти. Можно будет судить. Протёки, что-нибудь. Сейчас я стараюсь не анализировать. Просто делаю, что делаю. Привет. Молодцы. Все получше. Я не завтракаю. Выбрала тактику. Иную. Рада вчера на ночь. Конечно, я перебрала опять. Да выздоровеешь. Охуенно совмещается со спортом. 12 лет курил. И не факт, что я не скурю опять. У меня не было цели бросать. Сейчас вот контрольный снимок сделаю. На всякий случай. Ой, вчера это было все, что можно. Вчера это было... Да, вчера. Господи, аж стыдно. Короче, во вкус или было филе с овощами на гриле. Овощи с яйцами тушеными. Атаки. Вот. Потом творог 200 грамм. Батончик протеиновый, хлеб. И... А потом грейпфрут. И, блядь, курица. Искусство. Понимаете, походу, единственный курс, который я ем. Потому что пока мой выбор в пользу сна, я ни за кем не слежу. Ну, не надо мне свой ужин приписывать. Сколько у тебя там стропонов, я не знаю. Ничего вроде.
солений, кушаю огурцы соленые. Как раз. Я не ем крупы. Привет, все в порядке. Привет. Да отъебись уже. Это твой тупой юмор, блядь, не смешон уже. Потому что выбираю поспать сейчас. Пока не хочу переходить на 3-4-часовой сон. Грибы, да. Жарю с яйцами. Активные. Наф мне общий. Общий в конце дня. Настроение нормально. Пять рублей, что ли? Хлебцем, хлеб. Иногда батат. Сладкий. Ясно, хуй. Чего же не материться? Блять, ребят, на какую нахуй Олимпию? Вы чё вообще? У меня тут замелькал огонек надежды, что я успею что-то сделать. Блять. О, ладно. Не загадывая, самолет 28-го. Да какой нахуй бездрожжевой, ребят? Ну почему я должна этим ебанизмом заниматься, ребят? Ну серьезно. Вы тут эту херню стираете. Дрожжи-то вам чем не угодили. Нет, неправда. Встал, пошла на работу. Поработал, сделал кардио. Работал. Поработал. Тренировка. Потом работа. Продукт. Я не какой хозяин, блядь. Нет. Да. Продукты, дом, готовка, работа, спать, все. Жениться. Не люблю баб. Извините. Мужчин люблю. Добрый. Ой, 6:56. Заебали. Спортфит. Цинк, селен. Да нахуй мне задачился. Тем, что мне неинтересно. Да. Тоже людей. Такая прям, блядь, необходимость.
Only Stairsmaster. Кушаю витаминки. Слышь, когда перееду? Что у меня дела? Какие у меня дела? Все так же, день с утра. 7 рабочих, 7 тренировочных. Сон одинаковый, абсолютно не отличается. Ну, кто же не планирует здесь остаться? Конечно. Ну, сколько не жить, сколько иметь равны. С этой стороны право. Атлету жить в России, себя не уважать. Нет, у меня питание не отличается на курсе, без курса. Я же не понимаю, в чем должно отличаться. Единственное, когда они на курсе, меньше чувствуется от в этом, конечно. Это дисциплинирует. Хотя вчера это не помешало мне сожрать на ночь все, что можно было. Но я рада. Последние 2 ночи показали, что выздоровление в пороге, аппетит возвращается. Думаю, ладно, 2 дней ничего не случится. Я не знаю, про какие вы витамины. Мне кажется, там другие. Конечно, не понимаю. В Штатах жопа с АЭС. Там их, в принципе, нет. А если есть, то полное говно, поэтому в России единственное место, где можно хорошее сырье достать. В смысле, может ли? Он так и будет реагировать? Конечно. Боже мой. Если я тренировку 3 яиц. Но куртку все-таки надо вернуть. Что-то я погорячился. Ветровки, блядь, прошла сейчас. Фарма. Если бы у американцев фарма была как у нас, ебать, можно было бы сразу вычеркивать бодибилдинг из списка хобби для России. Не-не. Единственное, что еще более-менее позволяет русским хоть как-то выходить, соревноваться, это отсутствие хорошей фармы за бугром. Сейчас оксандролон нет. Как там, блядь, жить? Там левак мексиканский, блядь, подпольный. Полное дерьмо. Привет.
конечно. Я по сей день не понимаю, где все эти дозировки, которые мне пытались навязать с 15-го года, в других. Почему я оставаюсь, блядь? Я не ебу, кто такой Рич, блядь, и что там у него. Вообще, кто это, что это? Я не стремлюсь, чтобы я еще не грант. Еще. Почему-то, когда речь идет об атлетах, сразу вспоминаются какие долбоебы. Ребят, долбоебы среди всех хватает. У нас, блядь, качок утонет, а фарм утонул. Люди. Долбоёбы. Что теперь поделать? Живем в таком мире. 7 дней в неделю у меня одна, блядь, ёбаная норма. 500 калорий. Сколько лет еще мне нужно здесь проходить? Сейчас 3 с лишним. Года ежедневная. 500 калорий. Сейчас немножко организм окрепнет. Может, добавлю. Раз азарт появляется. 140. Ладно, все есть. Привет. Хотя я хожу, конечно. Но я не приседаю в последнее время. Да? Каждый раз, когда я спрашиваю, сколько по калориям ты потребляешь, тратишь, на меня смотрят как просто, блядь, на 7-е чудо света. Я говорю, ты долбоёб. Я только говорю 2 грамма теста. Ты даже, блядь, цифр своих не знаешь. Дебила кусок. А к отсутствию знаний тренировочного процесса, потом запоротые рецепторы. Замечательно. Да, музыку играет из этого Ведьмака. Вообще, дожила. Тест необратимо, поэтому я ни разу в жизни еще пока не употреблял тест. Какие-то процессы меня не затронули. Да? Но порой с фармой можно остаться здоровее, чем без. Проверено. Дурашку, блядь, можно себя загнать. Вот такой месячный пиздец, который случился со мной. Вот все. Привет. Привет, привет. В итоге не форма,
Ну да, у нас тут ползала. Я даже ничего не понимаю, зачем они это делают. Ну, у меня это, блядь, друг ставил. Охуенно лысый. Я вот с про общаюсь, мне даже интересно, что они ставят. Мне это вот зачем? Понятия не имею. Без знания. Пиздец вопрос. На 100 килограмм какая норма? Блять, ребят. Ой, как вы живете вообще? Ну, я говорю, я успокаивался, что да. Понимание, физиологический процесс не особо важен для некоторых. Ладно. Я не понимаю, что для вас стандартный женский вид. Я когда отменяю препараты, я всеми, блядь, силами сохраняю то, что есть. Немного уходит вверх, и все. Какие еще, блядь, женские виды? Пиздец. Да. У меня долгий перерыв. В межсезонье я ничего не употребляю. Нахуя? В межсезонье еда держит. Диванная кочка, долбоёб, который может, как в нашей Раше, блядь, сидеть и обсуждать телек. Нахуй мне телосложение в 20 лет. Я что, блядь, Бенджамин Баттон? Вы что, там ёбнули, что ли? У вас в башке что? Извилина, которая уши держит? Вот процесс... Ой, все. У меня вообще нет гипертрофированных мышц. Тут всячески пытаюсь удержать. Я уже думаю, как... Перестав выступать, это все сохранить. Привет. Ну, девки в моей категории ставят трен, мистерон, винстрол. Я просто не понимаю, зачем возвращаться к тому, что нихуя не требует, блядь, труда. А как мне вернуться к интеллекту первого класса? А? Блять, ребят, серьезно. Столько времени вложено сил в мой набор этой формы. Индейки. Филе бедра. Перегрузки. Сегодня даже с бататом. Сот калорий. Вот с такой, который сейчас, блин, можно всю жизнь. А мне нужны вот на данный момент больше плеч, блядь. Пока я за месяц, блядь, не поймешь, как жила. Фарма же не было. А болезнь, блядь, не давала полноценно заниматься.
поэтому верхушка чуть не вылетела. Температура высокая, тоже жгет. Какой, блядь, натурахи? Вы там совсем, что ли? Вам списки, блядь, зачитать? Натурахи. Может, еще про синтол в плечах напомнить? Нет, терпеть не могу грецкие орехи. Батат. По вкусу или... Я что, сад? Нет. Ребят, как... я и правда не понимаю, каким надо быть уебаном, чтобы использовать ДНП на подводке. Все, кто использовал, отошли уже в мир иной, мои знакомые. Ну, я им сразу говорил, что они долбоебы. Почему у меня должны быть травмы суставов? Не понимаю. С чего? Да. Правда, не знаю. Что, блядь, должно в голове перещелкнуть? Тогда ушел с амфетамин, ребят. Ты хоть тогда бодр, блядь, и весел. Нахуй ДНП-то. Мне он хватило, блядь. Полежать температуру 39. С плюсом. Да, сегодня топчик. Не анализировал. Последний раз на СНПРО был такой. В теле. Может, правда, не знаю. Антипов Антон. У меня вызывает доверие. Подъем у меня ровно в 7. Кого? И закладки. Я не знаю, почему он понимает. Вроде 5,5 месяца. А ничего там такого в форме в это нет. Вы же на картинках, блядь, смотрите, а я вживую. Засран мозг у наших людей, засран. Реально. Не могут. Вполне может быть. Нахуй ДНП, я не понимаю. Вы сохнете, блядь, когда? Когда у вас ебучий дефицит калорий, блядь. Что еще вам надо от организма? Вы охуели совсем. Нет, не все. Рекарнитин, блядь, попейте. Просто охуели. В край. Самое интересное, что, знаете, я не стремлюсь сильно, блядь, в сухой форме в последнее время. Но, сука, все равно слушаю этих долбоебов, которые эту хуйню используют. В смысле, после болезни? Во время, может быть, болезни. Я тренировалась во время болезни с температурой. Что еще? Когда было 39, да, 2 дня полежала. Нет, не за фотошоп. Просто он нормально выглядит в жизни. Что, турникменов, что ли, блядь, сухих не видели? Да. Для меня калории. Боже мой, какие продукты в дефиците нужно кушать? Блядь. Вы сами ответили на свой вопрос. Нужен дефицит.
тоже что просить. Давайте еще про клен поговорим, блядь. Дефицитный продукт. Точно. Какие там объемы? Он, блядь, меньше меня. Ну какие нахуй объемы? Ну я 80 килограмм вешу. Жить по завершению. Не знаю. Пивать мартини на заднем дворе своего коттеджа. Смотреть на то, как пасутся мои лошади на лужайке в районе где-нибудь Атланты или Денвера. Никак. А вчера был 320. Случайно получилось. Так. 240. Ребята, я не буду выкладывать на фотку. Но она есть. Улисес, выше меня. Почему вы решили, что вам нужно столько белка, сколько я ем, блядь? С какого хуя? Я не понимаю. Причем тут я и вы? Да, когда мы высыхаем, спрашивают. Ой, блядь, чего себе ты набрала? Я говорю, идиоты, я сохну. Блядь, ребят, я не буду за вас второй раз выкладывать фотку. Понятия не имею. 200 достаточно. Google. Конечно. Конечно. Наталья Каэлеон. На футболке что написано? 500 calories cardio every fucking day. Точка кипения. У-ху! Вы за 3,5 года ни разу не были, блядь, в эфире, честно, Александра. Нет, 140. Понимаете? У меня на футболке написано every fucking day, every fucking day, блядь. Ёба твою мать. На футболке написано специально для вас. Что непонятного, блядь?
пиздец, уже футболку наденешь, понимаете? Нихуя не работает. Блять, верх просто. Верхушка айсберга. Прям надписью, блядь, хожу в эфире. В экране. Представляете, как люди живут? Они не видят ничего. У них шоры. Они смотрят только вот перед носом. Мне даже... Представляете, насколько мозг примитивен, насколько нейронных связей меньше, что, не знаю, если бы я смотрел что-то, я вижу, блядь, все вокруг. Пиздец, резко сейчас вот подход. Ой, дай бог мне силы. Много. У Валентины нет телевизора. Много лет. Я работаю там. Какие проблемы? То есть я все коплю. Я 7 дней работаю, блядь, пока в России. Неделю. Все, все. Понимаешь, почему я так матерюсь? Кинулся. Клиент. Какие новости мне узнавать? Я ни на них особо не повлияю. Зачем мне засирать голову? Это вообще про аутофагию, блядь. А не про голодание. Люди просто конченые. Да. Нахуй голову вообще забивать. Зачем эфир заставлять телевизором, блядь, я не понимаю. Никакого эффекта ночью, вечером, днем, утром, после еды, до, никакой разницы. Главное, чтобы тебе удобно было. Как достичь? Хуй на все положить остальное. Не жалеть себя, блядь. Не пытаться рыбку съесть и нахуй съесть. Ну, знай. Хули от тебя толку-то. От меня. Дальше что? Узнаешь ты дальше что? Ячейку, слот займет эта информация в голове. И дальнейшие действия. То, что валить из страны, я и так это знаю. Нет, не люблю ужастики. Спасибо большое. Отличного дня. Хлеб с маслом – это мощь. А я вчера залезла в пакет с овощами. Поняла, что батат уже гниет. Думаю, ну, блядь. Вот так определяется мое меню на сегодня.
Батат. Ну не выкидывать же. Издержки советского, блядь. Воспитание. Еду выкидывать нельзя. Меня осенило. Люди, которые говорят корень, они могут делать грибную тягу. Уровень тестостерона 0. У меня он сюда 0. Я никогда его не использовала, а свой природный очень низкий. Онлайн месяц, пока болела, не бралась, заявки на марте 2019 так и зависли. Творог каждый день. Да. Покупные запеканки, покупные сырники. Да. Это творог. С джемами, сиропами, арахисовым маслом. Дайте мне в картошку, я не хочу. Я никогда не говорил, как хуёво в Америке. Я говорил, что везде хорошо, где нас нет. Там много своих подводных камней. Не надо, блядь, перевирать мои слова ебучие. Ясно? Я никогда так не говорил. Я всегда говорил, что в Америке я не болею, блядь. А в России чахну. Но при этом все равно люблю ебучую страну. Где, блядь, бьют по голове, потому что не так выглядишь. Да, люблю, потому что родилась здесь. К сожалению. Рада была бы быть не патриотом, блядь. Но, увы. Поэтому жить буду на две стороны. Не переживайте. Онлайн, индивидуально. Нет. Не так. Извини меня. В Штатах другая атмосфера, другие люди, другие продукты, другой климат. При чем здесь вообще? Ты там приезжаешь, ты счастлив. Мне кажется, даже бомжи там, блядь, счастливы. Палатка, которые... У них даже есть выплаты от государства. Ёбаный в рот. Господи, Иисус. 500, блядь, 500 ёбаных calories. Every fucking ёбаный day, блядь. Вот для кого это ёбаная футболка? Я специально для вас ее уже, блядь, сделала. Сука. Ёпта. Все, ладно. Двенадцать штатов поменял. 12. Ходила, блядь, в даунтаунах. Ночью, днем. Кроме восхищения, блядь, не слышал ничего. Одну хуйню услышал от русской бабы в Майами. Все. Я не думаю, что это совпадение. Дай бог вам, блядь, никогда не оказаться на моем месте. Дай бог в России. Вы не так материтесь. Вы не так материться будете, поверьте, блядь. Это 5 минут вам не дают просто пройти со своей желчью ебучей. Чтобы вам, блядь, тошно было. Это не дьявол. Привет. Я не могу. Мне не надо уважать, мне не надо любить. Просто, блядь, иди мимо нахуй. Мимо пройди. Не надо вообще. Да. Вы серьезно не решили мне анаэробный пульс, видимо, сделать, да? Часами, блядь, часами. Кардиодатчиком. Господи. Откуда вы? Сколько лет еще я буду говорить про эти часы, про кардиомониторы. Я не знаю, что так заботит, но когда это переходит рамки, поверьте, не так заговорить. Да? Ага. Ребята, я против насилия, понимаете? Насилие для оленей. Для примитивных существ, для приматов, блядь.
все эти драки, это происходит, я не говорю про ринг, я говорю про именно на улицах. Это же от недоразвитости. Поэтому я не буду отвечать. Это низко, блядь. Профоциклить мне. Не знаю, зависит от настроения. Да. Пока иммунитет крепнет, я выбираю сон. А зачем они нужны-то? Учитывая, как я жру на ночь. И то вчера. Вот 2, 8 и 12 приема были, все было бы ничего. Но, блядь, нет. 3 часа ночи надо было пожрать. Да. Да. Жирная баба, это нормально. Салон заплыл в межсезонье. Ряха круглая, блядь, все заебись. Кому весело, блядь? Из страны бы меня не выпустили. Вы что, башкой-то думаете? Весело вам было. Поэтому и живете, блядь. Как живете, спрашивайте, как ты держишь фокус. Три ночи, ну, как обычно. Хлебцы, батончик, грейпфрут, филешка. Да нет. Кроме хлебцев, индейки, красной рыбы соленой, коробки батончиков и овощей, я раксипаст, у меня нихуя нет, так что. О, смотрите, тролли долбоебы подкатили. Олимпия всегда в одно и то же время, каждый год. Google. После Олимпии турнир. После Олимпии турнир с Дэном Джонсоном. Сейчас есть, не поняла. Не знаю, что вас так веселят. У меня таких сообщений сотни.
Не по странам, а по штатам. Вот я знаю, когда на сцену. Посмотрим. Осенью. Нет. Семинары, блядь, по городам — это вообще смерть. Нахуй мне после Олимпии. Блядь, что за ерунду вы спрашиваете? Какой... Куда поехала, блядь, по штатам после Олимпии? Кто, блядь, куда поехал? Ничего, что я на Румынии, блядь, квалификацию взяла потом? После Олимпии. Вы что, ёбнулись там? У вас вообще... Слушайте, вы не обязаны в этом разбираться, серьезно. Это узкий профиль. Но нахуя, если не разбираться, спрашивать такую чушь, блядь? Ну не стыдно? Пиздец вообще. Бок мокрый вдрызг. Семинар — основной источник заработка. Так ёб твою мать-то, блядь, я выступал зачем? Квалификацию получить, блядь. Что ж ты хуйню несешь, говорю, ну не разбираешься, заткнись, блядь. Пиздец. Зачем, блядь, ты это спрашиваешь, Роман? Ну вроде нормальный же вопрос задавал, ну что с тобой, блядь, не так-то? Я в ахуе просто. Люди вообще не одупляют, блядь, процесс подготовки, самочувствие во время этого. Я 10 раз, блядь, уже извинился перед своим организмом, что пробую, блядь, на Арнольд готовиться. Вместо того, чтобы... Зовут по России семинары вести. У меня список ожидания, блядь, уже. Для меня это тяжело. Короче, не знаю. Вчера начала себя немножко винить за повышенную жареную каждый день. Каждый день я жарю индейку, ребят. Каждый день. Причем здесь деньги? Ребята, вообще что-то не поняли. Вы что думаете, что за господь в деньгах? Мне отличные суммы предлагают, не переживай. Хорошего дня. Пока.